Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. Меня стрелял поутру из ружей целый взвод. А что такая злая, нелепая стезя? Рассказывать не буду, да в общем и нельзя. Мой командир меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И странный тип суетин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука рванула воздух с дурацким звуком пли, и взвод мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят. А врач потом все цокал языком и, удивляясь, пули доставал, а я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. Свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я ж не виноват. Я очень рад был, но присев у пня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня.